Еще о последствиях грозового фронта в деталях. Ливень фактически превратил центральные улицы столицы в бурлящие реки. Потоки воды срывали канализационные люки. Спасая машины, некоторые водители выезжали на тротуары и возвышенности. Где-то движение было парализовано. В других местах, чтобы избежать коллапса, проезд закрыли инспекторы ГАИ. Произошло более 50 серьезных подтоплений в разных частях города. Сотни вырванных с корнем и сломанных деревьев повредили десятки автомобилей. Пока известно об одном пострадавшем. В интернете появились фотографии из национального аэропорта. Ветром снесло пассажирский лайнер. Он столкнулся с транспортным самолетом. Никто не пострадал. Еще несколько самолетов не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы. Сейчас последствия стихии в столице устраняют отряды спасателей. Работает специальная техника.